Всем привет, с вами снова Макс Сович, сегодня у нас игрушка под названием Хентай Шериф. Позже она была переименована в Адалт Шериф, но это смысл особо не меняет. Даже ведь в меню осталось старое название. Вместе с этой игрой сегодня я хочу продемонстрировать небольшую модификацию, которую я тут сделал специально для тренировок, но в принципе еще можно использовать для того, чтобы набить очков, чтобы попасть в таблицу лидеров. Первые 16 человек явно каким-то нечестным способом заработали столько много очков. По-моему, в игре вообще нельзя столько заработать каким-то честным способом. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, это перебор. Явно использовали либо какой-нибудь чит engine, либо art money, либо еще что-то. Не знаю, я так думаю. Вот, ну что ж, давайте посмотрим модификацию. Модификация сделана таким образом, чтобы враги вас не стреляли. То есть можно спокойненько заработать дополнительных очков, расстреливая всякие бутылки, банки, ну и все прочее, за что дают дополнительные очки. Смысл игры достаточно простой, необходимо убивать всех, кто с пистолетом, и не трогать невинных. Ну, такая классическая игра, с этим модом она становится гораздо легче. Можно потренироваться сначала с этим модом, а потом уже попробовать без него. А главное здесь вовремя перезаряжаться. То есть выгадать момент, когда у нас хватает времени, чтобы перезарядить пистолет. Перезарядка на правую кнопку мыши. Я как не сразу догадался, думал, что обязательно нужно нажимать вот эту кнопку Reload. Но правая кнопка значительно облегчает процесс. Давайте-ка я сначала здесь все еще бутылочки разбиваю. Благо, торопиться особо некуда, враги у нас все равно не стреляют. Так что можно спокойненько простреливать. Одна, кстати, по-моему, просто так упала. На некоторых банках можно прям хорошенько набить очков. Сейчас покажу, здесь есть одна такая баночка. Вот эта вот, она обычно никуда не улетает. И по ней можно долго стрелять. Сейчас, правда, не очень удачно. Там всякие другие бутылки попали. Ну так вот. Игра на самом деле достаточно короткая. Всю миссию можно пройти минут за 5. Может чуть меньше, может чуть больше. В зависимости от того, насколько вы меткий и быстрый. Данный мод я сделал специально в основном для тренировки, потому что я не знаю, как пройти в конце честным путем. Там очень много сразу появляется врагов. Штуки 4, по-моему. В общем, нужно тренировать и тренировать. И вот с этим модом как раз это значительно облегчает нашу задачу. В принципе, с этим модом даже можно по невинным стрелять. Ничего не будет вам. Да, за это даже очки не отнимаются. В общем, такая вот штука интересная получается у нас. Ну и мы практически уже подобрались к концу игры. Осталось буквально вот два перехода. Ну и вот, собственно, самый сложный момент. Не знаю, как здесь надо как-то очень-очень быстро среагировать. А вот этот момент нужно тренировать. И с этим модом это прям будет замечательно.
Ну вот, собственно, у нас 4 минуты 5 секунд. Точность 91%. Количество очков 44100. Ранг Б. Не знаю, что означает ранг Б. Там бывает Б, С, А, может быть, еще какие-то буквы. В общем, такая вот небольшая игрушка. Ну что ж, давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока и до новых прохождений новых игр.